Я просто люблю украшения круглой формы. Вот я себе купила только что такие. Это я видео снимаю, это не перископ. Вот такая красота и вот такая красота. Так, а куда мы дальше идем? Уже прямо сейчас? Ну поехали. А больше не пойдем шопиться, нет? А вот это тоже хороший. Вот это тоже хороший. Пошли зайдем ненадолго. Пошли, я люблю. Я никак не могу выговорить, как он правильно называется. BCBG. Максазрия. Какой хороший плащик. Сколько же он стоит? 178. Они летят, вот такой фирмы находятся. Да? Мне что нравится. Замечательный. $179. Но опять же, вот этот, я не люблю, чтобы сзади была эта застежка. Прелесть, курточка. Сколько же она стоит? Это Runway проект. Runway. Сколько же она стоит, интересно? 898. И сейчас после оценки она стоит 448. Курточка. Это эсочку я на себя одела. Совсем малюпусенькую. Понятно? Она на мне не застегнется. Ну, класснёвская. Ну, класснёвская. Просто сказочная. Ух! Рукавчик сложно, потому что только маленькие размеры. Видно, большие все позабирали уже. Классная какая. Надо же, Света мне сделала фотку. Куда? В какую вот сторону? Смотри, чтобы ты просто смотри меня. Угу. Давай я ближе подойду. Покажи рукава. Ты покажи, как она сидит, как она удаляет все, ни живота, ничего нет, просто ничего нет. Угу. Повернись боком и постой, вот так, да, не крутись. Ага, все, теперь передам, теперь я ближе покажу твои причиндали все, да стой. Да мне надо, чтобы стулька была показана, вот тоже хорошенькая курточка. Ну все, на, выключай. Я что? Вот этим платьем заболела. Ну так, а сколько оно стоит? Вот 50%, это дополнительно 50%. То есть ты берешь, основную цену, там уже скидка есть. Ну так, посмотри, там было платьечко почти 700, и сейчас оно стоит, сейчас оно стоит 300 с чем-то и минус 40 дополнительных. Десяточка. Сколько оно стоит? $68. Шляпы не ношу, но шляпа вот эта шикарная. Все. До свидания, магазинчик. Классный. Сейчас еще секундочку, сейчас еще вот эту штучку посмотрю. $178.